Автомобиль с подозреваемым был остановлен на территории Ртищевского района. В ходе обыска в рюкзаке, находившемся в салоне транспортного средства, полицейские обнаружили сверток с наркотиками массой около 500 граммов. Установлено, что подозреваемый планировал сбывать указанные наркотические вещества путем производства так называемых закладок на территории Саратовской области. По данному факту следственным отделом МОМВД России Ртищевский возбуждено уголовное дело. Задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.